Всем здравствуйте! Сегодня я расскажу, что такое. То есть, нет. Про телефон, минифон. Складно получается. Телефон, минифон. Вот такой вот он телефончик. Вот. Маленький на самом деле. Маленький. Я сейчас, к сожалению. Сейчас я поправлю чуть-чуть. Я извиняюсь, если видео будет плохого качества, просто у меня камера не такая уж хорошая. В принципе. Сообщение всякое вот. Вот. Вот, если кто видит, вот так вот. Опа. Сообщение. Контакт. Вызовы, настройки, будильник, ну и служба сим-карты, такой, какой у меня есть. То есть мегафон, сим-карта, больше он не поддерживает никакой. Сейчас покажу внутренности. Аккумулятор 4450 миллиампер в час. Вот. Вот сим-карта мегафоновская. Ну, вот. Ну, по функциям телефон. Как вам сказать? Только для звонков и смс. Ну, если честно, я вам скажу. Вот у меня он сейчас держит зарядку чуть-чуть меньше, потому что у меня как бы давно и к плюсу. Он у меня долго не работал, аккумулятор был разряжен, вот. Вот такой вот телефон. Еще раз покажу. Вот такой. Ой, я его не включил, извините. Вот он включается, загружается. Ну и загрузился, вот. Половина зарядки у меня истрачена, я за это не виняюсь. Ладно, всем. До свидания. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем удачи. Вот. Еще раз такой телефон по акции. Он стоил 200 рублей. Ну все, вот на этом все.